Ребята, всем привет! Продаем тяговую свинцово-кислотную аккумуляторную батарею тюменского производства. Номинальным напряжением 48 вольт, номинальной емкости 640 ампер-час по методу C5. Батарея 2016 года выпуска. Данную аккумуляторную батарею продает одна из пермских научно-производственных фирм, которая занимается разработкой самоходной техники на батарейном ходу. Как пояснил заказчик, в 2017 году был свернут проект по разработке самоходной единицы спецтехники, и с тех пор аккумуляторная батарея простояла у них на складе. На текущий момент аккумуляторная батарея полностью обслужена, все токовыводы профрезерованы, и батарея собрана на импортные комплектующие, а именно это перемычки и винты фирмы Freutec, собрана с применением антикоррозийного состава. Теперь давайте рассмотрим размеры батареи. Длина батареи 960 мм, это по стенкам бака, и 970 мм совместно с усилителями грузовых отверстий. Это длина, ширина батареи у нас составляет 815 мм и высота батареи 500 мм. А сейчас приступим к контрольному разряду. Так, настраиваем разрядную установку. Разряжать батарею буду до 44,6 вольта на батарею или 1,86 вольта на элемент. Это 80% от заявленной емкости. То есть 80% это, можно сказать, еще рабочая емкость батареи. Током 128 ампер. Контрольное время 4 часа, контрольная емкость 520 ампер-час. То есть 520 ампер-час это реальная рабочая емкость, которая будет использоваться во время работы этой батареи. Запускаем процесс разряда. Так, ну все, кран повернул, напор пошел. Время 11:18. Реальное время установлено. Через 4 часа я вам продемонстрирую результат по емкости данной батареи. Итак, ребята, можно сказать, исторический момент. Хочу запечатлеть его на камеру. Сейчас произойдет остановка разряда аккумуляторной батареи с ограничением по времени в 4 часа. Смотрим, прямо не отходя от кассы, как говорится, в режиме онлайн. Время текущее у нас 15 часов 18 минут. 33-34 секунды. Пятьдесят пять секунд, 56, 7, 8, 9 и... Ну, вот и все. Разряд, контрольный разряд данной аккумуляторной батареи подошел к концу. 511 ампер час. Ограничение по времени 4 часа. 128 ампер ток разряда. То есть вот в таком вот состоянии данная аккумуляторная батарея. Данная аккумуляторная батарея продается по достаточно вкусной цене. Номер телефона менеджера по продаже, а также ссылка на скачивание коммерческого предложения находится в описании под данным видео. Во время приобретения данной аккумуляторной батареи возможно повторное тестирование с применением как нашего оборудования, так и вашего оборудования. Проблем в этом нет. Все вопросы можно задать по телефонам, указанным под данным видео. Благодарю всех за внимание.